Копфгельтьягд, Вохененде. Короче, задание надо играть на режиме, в режиме выживания. Африка. 8 апреля по 10 апреля. Если кто отыграет, например, 30 матчей, да, этого режима, и минимум в каждом матче убьет минимум 10 человек, то дадут MX Storm на 10 дней, потом MD9 US сет какой-то, 10 дней, карбон, фибр, ханшуя, кевжала, келларовые перчатки. Если кто-нибудь 40 матчей сыграет, то на 20 дней дадут. А если кто сыграет 50 матчей за эти, да, считай, выходные, в каждом матче минимум убьет 10, то дадут MX Storm навсегда. И на месяц перчатки и US set. Начинается с 12 сегодня и 10 апреля до 12 часов ночи. В этом модусе клановые бои нельзя играть. Вот такое вот задание.